8. Оружие новое, древление, не поверьте, кого рад. Оружие новое, древление, не поверьте, кого рад. Ай мы церемонию открытия 8-го зимнего Суриковского фестиваля искусств, посвященного великому русскому художнику, нашему земляку Василию Ивановичу Сурикову. Красивая традиция открывать фестиваль отчетной выставкой Красноярской региональной организации «Союз художников России» зародилась в 2006 году. Художественная выставка является ярким отражением всего разнообразия художественных процессов, происходящих в изобразительном искусстве на родине нашего великого земляка. Сильная красноярская школа, представленная многими замечательными именами мастеров кисти, оставивших яркий след в российском искусстве, является самой славной продолжательницей художественных традиций, заложенных Суриковым. И сегодня Красноярская региональная организация «Союз художников России» при поддержке Главного управления культуры администрации города Красноярска открывает 8-й зимний Суриковский фестиваль искусств, посвященный 166-й годовщине со дня рождения Василия Ивановича Сурикова. Позвольте предоставить слово для приветствия и поздравления первому заместителю главы города Красноярска Виктору Васильевичу Шевченко. Уважаемые участники праздничной встречи, сегодня наш отец, 385-летний Красноярск, отправляет в небытие 2013 год. Год непростой, год интересный, год юбилейный. На самом деле, кроме собственного юбилея, у нас был еще юбилей Сурикова, поэтому я как-то вот напрягся, когда ведущая сказала 166-й, он еще будет. А пока мы еще живем под юбилеем семьи даже Суриковых, собственно, Василия Ивановича 165 и его матушке благоверной 195 лет. В этом году, очень непростом году, было много еще других событий, которые предопределили историческую миссию нашего города. Мы, во-первых, достойно этот год прожили, отвели юбилей города, прожили год без потрясений. В городе через несколько лет будет грандиозное спортивное и политическое событие мирового масштаба, универсиада. Но сегодня, конечно, хотелось бы сказать об одном. Стартует очень молодой, особенно в сравнении с возрастом нашего города, 8-й фестиваль. Фестиваль, на котором собираются люди, коллективы, идеи, проекты, рожденные на сибирской земле. Их отличает чистота, их отличает благородство, их отличает сила, которая вот западному миру, на мой взгляд, не очень доступна. Они просто даже понять не могут, чего это мы тут вдруг. А я вот, знаете, посмотрел на эту картину, вот на эту девочку-стрекозу, и думаю, а кто же из них стрекоза больше? Сама стрекоза, которая у нее на руке, или взгляд этой девчушки? Вы знаете, тут можно думать всю оставшуюся жизнь. Вот такие сибиряки, искренние, сильные, могучие. И я уверен, что фестиваль этого года станет еще одной страницей к тому, чтобы привлечь к сибирской культуре, к сибирскому искусству самых разных людей. Но самое главное, сплотить нас вокруг нашего любимого города, вокруг нашей родной сибирской земли и вокруг тех людей, которые славу этой земли создавали еще века назад, ну и
земли, которая должна просто рождать тех людей, которые будут прославлять века будущие. Разрешите поздравить всех с этим наступающим праздником. И в канун, наверное, даже вот еще не как-то рано еще, наверное, с Новым годом поздравлять. Поэтому с началом Суриковского фестиваля крепкого вам здоровья, долгих лет жизни и всем нам приложиться на этой земле так, чтобы она была сильной, могучей и процветала всегда. И делать эту работу так, как делал ее виновник сегодняшнего торжества Василий Иванович Суриков. Спасибо, Виктор Васильевич. А сейчас слово предоставляется первому заместителю министра культуры Красноярского края Татьяне Владимировне Веселиной. Добрый день, дорогие друзья. От лица министра культуры Красноярского края Елены Галактионовны-Пазниковой от себя лично я хотела бы передать слова благодарности и поздравить учредителей и организаторов этой замечательной выставки и вообще цикла мероприятий, которые сейчас на протяжении нескольких месяцев будут стартовать на территории города Красноярска. Администрация города Красноярска всегда очень личностно подходит к этим событиям. Союз художников всегда активнейшим образом вкупается, но и краевая власть в лице Министерства культуры, естественно, в партнерских отношениях всегда с радостью принимает участие в этих событиях. Начать с того, что эти картины освещены в этом году гораздо лучше, чем в прошлом, как вы помните все, да? У нас есть большая радость, это свет, который через Дом искусств и Союзу был преподнесен. Следующая выставка уже будет с новым звуком, поэтому тот вклад материальный, который мы можем, пусть небольшой, мы вкладываем. Но есть масса нематериальных событий, такие как совсем недавно закрывшаяся выставка художников наших молодых по всему Сибирскому федеральному округу. Прекрасная выставка, которую открыли и которая называется «Образ современника». Вот это все череда событий. Поэтому, конечно, каждая выставка уникальна. И то, что мы сегодня видим, какие картины, какие сюжеты, какой свет от каждой картины исходит, это тот итог годовой работы, которую наши художники и молодые, и именитые вкладывают в имя Сурикова. Во имя Сурикова, во имя культуры города и края. Поэтому хотелось бы также всех в преддверии наступающего года культуры, объявленного губернатором Красноярского края, в преддверии 80-летия Красноярского края, который в следующем году стартует, сказать, что именно такие имена, как наш великий земляк и другие великие земляки, это все наше прошлое, опыт и видение современников говорит о том, что все вы продолжатели традиции очень достойные, и будущее у нас светлое, яркое, позитивное, насыщенное культурными событиями. И позвольте в этот торжественный день произвести три награды и вручить в связи с юбилейными событиями три благодарственных письма Министерству культуры Красноярского края. Я бы хотела за высокий профессионализм и личный вклад в развитие изобразительного искусства в крае вручить благодарственное письмо Нине Васильевне Ряузовой. Также хочется за высокий профессионализм и личный вклад в развитие изобразительного искусства края вручить благодарственное письмо Министерству культуры края Александру Петровичу Горелову. И благодарственное письмо Министерству культуры края вручается Владиславу Ивановичу Фурсе. Тоже попросим передать со словами благодарности и с надеждой на все дальнейшие творческие работы, которые мы видим. Еще раз всех с наступающими праздниками, с вхождением в новый 14-й год, в год культуры, в год края, год, который ознаменован в том числе и юбилеем нашего великого земляка. Ну а сейчас, дамы и господа, принимайте музыкальный подарок от заслуженной артистки России Светланы Кальяновой. Thank you.
200 произведений изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Разнообразие видов, жанров, творческих манер художников, представленных на этой выставке, раскрывают яркую картину современного художественного процесса в крае, в котором большое место принадлежит как молодым авторам, так и знаменитым и заслуженным художникам. И позвольте сейчас предоставить слово народному художнику Российской Федерации, академику, председателю регионального отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской Академии Художеств Анатолию Павловичу Левитину. Дорогие друзья, мне хочется от всей души, я позволю себе смелости от имени всех художников Красноярска выразить огромную благодарность тому вниманию, которое изобразительному искусству оказывает власть красноярская, городская и та замечательная наша власть краевая, которая очень помогает нам, нашим творчеством. Я хотел бы, опять же, беру на себя смелость, поблагодарить Министерство культуры Красноярского края за тот замечательный подарок, который они мне сделали к этой выставке. Потому что благодаря такому хорошему освещению картины смотрятся намного наряднее, намного лучше, намного свежее, то есть такими, какими их создавал художник. Это очень важно, это очень радует. И позволю себе высказать некоторые пожелания, чтобы такое же внимание к выставочному залу, какое оказало Министерство культуры нашего Красноярского края, было оказано и отделению Урал-Сибирь, Дальний Восток, Российской Академии Художеств. Потому что мы тоже делаем много выставок, мы делаем очень интересные выставки. В данном случае у нас сейчас выставка «Образ современника», о котором Татьяна Владимировна говорила. Мы, во-первых, пользуясь случаем вас всех приходить на нашу выставку и пожелать, чтобы средства массовой информации нашего края и нашего города больше обращали внимание на искусство вообще и на изобразительное в частности. Потому что очень часто бывает так, что наши газеты не замечают тех событий, которые происходят в культурной жизни нашего города, в особенности изобразительного искусства. Я вот так устроен, что я не могу не сказать то, о чем думаю, о чем беспокоюсь. Потому что, к большому сожалению, наша печать иногда, в частности и телевидение, подмечает всякие случайные, неприятные, так сказать, любят жареное, так грубо говоря. А мы бы хотели, чтобы наше творчество освещалось бы гораздо более широко, более профессионально и с большим интересом. Тем самым оно содействовало бы тому, что зрители приходили к нам больше, чаще. Потому что наше творчество, оно делается для людей, для народа. Вот. И последнее, очень приятно, что имя Василия Ивановича Сурикова является не только великим именем художника, который создал, а то, что так много лет, в частности в Красноярске, в Красноярском крае, в городе, отмечается день рождения нашего замечательного великого художника, которого, к сожалению, в мире еще не знают. Но это задача нашей пропаганды. Спасибо вам огромное. Я всех поздравляю с Новым годом и с годом Красноярска, с праздниками. Дай вам Бог всем здоровья, чтобы все были такими живыми, талантливыми. Кстати говоря, выставка очень хорошая. И она хорошая еще и потому, что великолепный свет. Еще раз спасибо большое Министерству культуры. Спасибо. Действительно, самобытное декоративно-прикладное искусство Красноярска в последние десятилетия привлекает к себе особое внимание.
Работы в дереве, в камне, керамические изделия и изделия из меха по мотивам северной этнографии. Все это можно увидеть сегодня на краевой выставке в работах Александра Мигаса, Елены Красновой, Юлии Юшковой, Ивана Кротова, Тамары Крива и многих других. Красноярская школа живописи, так ярко проявившаяся еще в 60-е годы уже прошлого столетия, сегодня продолжается в творчестве современных художников. Народных художников России Валериана Серкина и Германа Паштова. Заслуженных художников России Владимира Бычинского и Николая Рыбакова. Валерия Кудринского и Александра Покровского. Павла Ботанова и Александра Клюева и многих-многих других. Позвольте сейчас предоставить слово заслуженному художнику Российской Федерации, члену-корреспонденту Российской Академии Художеств, председателю Красноярской региональной общественной организации «Союз художников России» Сергею Евгеньевичу Ануфриеву. Мне очень радостно, что мы не просто живем в таком в культурном пространстве. Вдвойне радость не от того, что в этом пространстве мы находим общий язык по всем вопросам. Ну, может быть, только исключая политические разногласия. Во всем остальном, все, что нас окружает, оно нас только сближает. Во всяком случае, та деятельность, которую ведет наша организация. Одна из самых крупных, крепких и творческих от Урала до Дальнего Востока. И это отмечаем не только мы сами, для того, чтобы утвердиться в этой мысли, это отмечают и все наши гости. Это отмечает и секретариат Союза художников России, и Российская академия художеств. Сегодня было собрание, на котором было вручено огромное количество медалей, дипломов, благодарностей художникам за их удивительный, тихий, мирный, настоящий, гармоничный, спокойный труд, результат которого мы можем увидеть сегодня на выставке. Действительно, эта выставка как такой маленький подарок от нашего Союза художников, городу Красноярску и Красноярскому краю. Анатолий Павлович очень точно сказал, что действительно много из того, что мы задумываем, а идей у нас на самом деле много, мы не могли бы осуществить без этой настоящей поддержки, без вот этого партнерства, которое сложилось за эти годы. Я думаю, что у нас впереди еще огромное количество не менее интересных проектов, тем более, что 2014 год – это год культуры. 2014 год – это год 80-летия Красноярского края. Я от лица всего нашего дружного коллектива могу с уверенностью обещать, что мы сделаем одну из, может быть, самых лучших выставок за последние годы, которую будет не стыдно показать и в Центральном доме художников в городе Москве. Огромное всем вам спасибо и низкий поклон. С наступающими праздниками! Ну а теперь, дорогие друзья, принимайте еще один музыкальный подарок от дуэта баянистов «Артстеп» детской школы искусств номер 15. Для вас играют Владислав и Алексей Степановы. Молодцы. Thank you.
Горького и его культурного наследия является очень актуальной для нашего города по многим причинам. И одна из них – это сложившаяся в Красноярске уникальная система художественного образования, берущая свое начало от Сурикова. Детская художественная школа номер 1 имени Сурикова, Красноярское художественное училище имени Сурикова, Красноярский художественный институт и Академия художеств. И сегодня, в этот знаменательный день, по инициативе Красноярской региональной организации «Союз художников России» за достойный вклад в развитие изобразительного искусства и культуры в городе Красноярске благодарственными письмами Главного управления культуры администрации города Красноярска поощряются художники, участники сегодняшней выставки. Благодарственные письма вручает руководитель Главного управления культуры администрации города Красноярска Наталья Валерьевна Малощук. Отметили, что сегодня особенно морозный день. И можно сказать, что благодаря фестивалю и вот этой замечательной выставке начинается Суриковская зима. И Суриковский снег украсит улицы нашего родного города. И, конечно, я искренне рада и выношу в очередной раз, вы знаете, что я много раз говорила и благодарила, что именно ваша инициатива проводить эти выставки как старт нашего фестиваля. Это особенно трепетно, потому что фестиваль включает самые разные форматы творчества. И очень приятно, что включились и учреждения образования. Школы во время зимних каникул тоже раскрывают свои двери, проводят уроки, лекции, мастер-классы. Ну а уж учреждения культуры, конечно, начиная от библиотек, где тематические выставки и тематические встречи проходят, и завершая грандиозными премьерами театров краевых наших учреждений и общественных организаций, к которым тоже мы относим Союз художников. Низкий вам поклон за эту инициативу, и я повторяю, это образно, это символично, а как без символов передать то, что когда-то пытался передать нам Василий Иванович Суриков. Преемственность есть, а значит, школа художественная живет, и Красноярск будет гордиться и дальше. Сейчас мы с вами перейдем в филармонию, где действительно будет специально создана литературно-музыкальная композиция по книге Максимилиана Волошина «Суриков». Тоже первые творческие пробы, вернее, не первые, это уже вторая часть. Ну а в старый Новый год, тоже легко запомнить, 13 января мы приглашаем всех на нашу арт-набережную, где действительно второй международный конкурс-фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» встретит скульпторов по снегу и льду. Приятно, что красноярские команды с каждым годом заявляют свое мастерство. И искренне приятно, что галерея, где мы размещаем постеры работ красноярских художников, вас, наши дорогие, действительно красноярцы приняли. В прошлом году мы провели соцопрос, поверьте, больше всего понравилось именно то, что можно было приходить в любое время суток, кому какой свет нравится, когда солнце восходит или солнце садится, и посмотреть вот эту замечательную галерею. Поэтому спасибо. И, конечно, как уже сказала уважаемая ведущая, сегодня мы благодарим тех, кто особенно вложил, так скажем, свои знания, свою силу, свою душу в подготовке этой выставки и в целом зимнего Суриковского фестиваля искусств. Но все только начинается, поэтому побольше выставок и побольше наших совместных проектов. Спасибо вам и с наступающим Новым годом! Письмо вручается художнику-живописцу Нине Александровне Низговоровой. Благодарственное письмо художнику-живописцу Анне Афанасьевне Осиповой. Живописцу Марии Леонидовне Пономаревой. Художнику-графику Александру Викторовичу Сорокину. Он в институте студентов готовит. Художнику-живописцу Владимиру Анатольевичу Хомяку. Командировки. Все заняты. Еще раз всем спасибо. И я повторяю, этот список добрых дел.
раздел будет значительным. Не бойтесь инициировать вот эти самые благодарственные письма. Мы, конечно, с радостью это сделаем и поможем, так же, как Министерство культуры. Поэтому давайте обсудим уже дальнейшие наши форматы взаимодействия. Спасибо. Браво. Спасибо, Наталья Валерьевна. Действительно, в официальную программу 8-го зимнего Суриковского фестиваля искусств вошли более 150 мероприятий. Это спектакли и концертные программы, художественные выставки и музыкальные литературные композиции, мастер-классы и народные гуляния. Вот только не полный перечень событий фестиваля. Ну, о самых ярких Наталья Валерьевна уже сказала, не буду повторяться. Итак, дорогие друзья, 8-й зимний Суриковский фестиваль искусств стартовал. Мы надеемся, что он вновь порадует нас яркими талантами, новыми открытиями, незабываемыми встречами и творческими успехами наших красноярских художников. Пожелаем им успеха. А сейчас для вас поет фольклорный ансамбль «Живая старина», художественный руководитель Игорь Горев. И приглашаем сейчас поближе познакомиться с нашей выставкой. И в завершении еще одна песня от «Живой старины».